Приветствую всех, на экране МВТ Tank Battle и с вами как всегда Ревизарио. Сегодня мы с вами поговорим о том, как новичку максимально быстро и эффективно прокачать уровень и нафармить доллары для покупки нужной вам техники. Пользоваться данным методом можно буквально на второй день игры. Впрочем, давайте не будем затягивать и приступим. Как всегда, приятного просмотра. А чё, прикольно? Первое, что вам понадобится, это премиум аккаунт. Его можно получить как минимум 2 раза в день за просмотр рекламы. Он будет множить ваш опыт на 10% и доллары на 50% во всех матчах. Следующее, что необходимо приобрести, это истребитель танков Т-114 за 5 соток голды. Его нужно приобрести обязательно, так как он дает плюс 20% к фарму долларов и является самым дешевым на данный момент прямом в игре. Причем использовать саму технику в матче для получения бонуса не обязательно, достаточно просто разместить танк в слот и двинуться в бой. Я думаю, что донатить на голду также не совсем обязательно, так как 5 соток вы можете получить буквально за пару дней, выполняя ежедневные миссии и миссии боевого пропуска. Плюс не забываем про бонусы при прокачке, где уже на 7 уровне вам в суммарности дадут 150 голды. Так что лучше не тратьте ресурс на всякие там рулетки, а купите лучше Т-114. В дальнейшем, я уверен, будут вводиться различные бусты на прокачку и фарм в игре. Поэтому авансом уже сейчас говорю, что все приобретения на множитель опыта будут как-никак кстати. Так что если видите это видео в 2025 году и в игре уже введены бусты, то смело их приобретайте. Но пока что весь доступный бонус заключается в премиуме и отдельных видах техники за голду, самая дешевая которая, как и сказал, является Т-114. Так что в обязательном порядке приобретаем и ставим технику в один из слотов. Ну а следующее, что нужно сделать, это выбрать режим игры. Завоевание и битва танков отметаем сразу, так как если смотришь данное видео, то первостепенная задача для тебя это фарм опыта и баксов. И делать это лучше в режиме с ботами, так как там ты в большей степени будешь влиять на матч, чем в том же завоевании, где противников будут разбирать твои же тиммейты. Естественно, если ты топовый киберспортсмен и можешь уверенно вносить от 200 тысяч урона в завоевании, то режим с ботами для тебя будет неинтересен. Но все же идеальный вариант фарма для новичка – это офлайн бои на карте Golden Resort. Golden Resort я выбираю из-за относительно близком расстоянии между тремя точками захвата. Здесь, по крайней мере, мне легко передвигаться, да и боты здесь, как правило, двигают в одних и тех же направлениях. Так что, отыграв пару боев, на третий вы уже будете знать, где их точно искать. Но теперь в качестве демонстрации я предлагаю заценить матч, после чего я вернусь и подведу итоги. По курсу 258. Враг подбит. Есть попадание. Цель еще на ходу. Прямое попадание. Уничтожен. Есть попадание. Цель еще на ходу. Вижу вражеский танк, передаю координаты. Сектор.
сектор захвачен нашими войсками. Хорошая работа! С вражеской бронетехникой. Есть пробитие! Нужен срочный ремонт. Есть! Алмаз-4 уничтожен. Повторяю, Алмаз-4 уничтожен.
Срочный ремонт. Есть. Есть пробитие. Машина врага уничтожена. Алмаз-4 уничтожен. Повторяю, Алмаз-4 уничтожен. Ну что ж, как видите, в таком режиме с описанной мною бустами можно неплохо качнуть уровень и фармить доллары. 125 тысяч баксов с учетом просмотра рекламы вы заберете далеко не в каждом режиме завоевания. Так что если прям очень сильно со старта нацелены на фарм бабосика, то пользуйтесь указанным видеометодом. Если он оказался полезным, не забывайте выполнять ритуалы Ютуба и писать свои комментарии. Также напоминаю о своем телеграм-канале, ссылку на который вы найдете в описании к данному видео. Спасибо за внимание.